Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Гуманность, благородство, чувство справедливости, альтруизм, снисходительность, стремление быть полезным – вот их отличительные качества. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Звук «К» в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. Они сами хозяева собственной судьбы. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. В период уныния и депрессии человека с этим именем лучше поддержать и поговорить. Взамен вы получите преданного товарища, которому можно будет доверять до конца жизни. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Человек с буквой «Ш» в имени имеет развитое чувство юмора. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.